Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepared to Die Edition, и уже вторая серия, в которой мы играем, собственно, дополнение. Дополнение, надо сказать, вышло просто, извиняюсь за выражение, жопораздирающим, потому что здесь местные монстры, поселение некоторых боссов, ну, мини-боссов, конечно, по сравнению с обычными боссами, они все детишки, но тем не менее, дело в том, что их тут много, и они постоянные, то есть, убив один раз, ты от них не избавишься. Между сериями я прокачал себе силу на плюс один. То есть просто тут убил еще нескольких монстров. И теперь вот этой штукой я могу пользоваться одной рукой, так что мне будет попроще. Она сильнее, на мой взгляд, меча, двуручного меча молнии, тем, что ну, у нее удары чуть более быстрые и при этом вполне неплохой урон. И дальность тоже крутая. Так что вполне возможно, мы это оружие и будем дальше качать. Потому что оно мне на данный момент почему-то нравится даже больше, чем, собственно, этот двуручный меч. Как раз то, про что я и говорил. Но эти-то монстры, они еще терпимы так. Единственное, их не закружишь вообще практически. Так, это я пока не привык к новому оружию. Это, кстати, достаточно глупо. На переправе коней менять. В таком серьезном месте. Ну да что поделать, я с тем мечом двуручным просто ничего не могу противопоставить этим огромным рыцарям. Так, и в конце предыдущей серии мы тут в панике маленько, конечно, побегали, но тем не менее открыли проход срез к местному боссу. Я не знаю, кто это, но скорее всего это рыцарь Арториас, который был благородным воином, но в итоге стал страшным монстром. И сейчас, возможно, нам придется с ним подраться. Я не знаю, но вот сейчас вот я просто понял, для меня стало очевидно, что я не могу справляться с такими быстрыми противниками с помощью своей брони. Меня постоянно кто-нибудь разматывает. Когда же я начинаю, вот просто, то есть беру какой-нибудь лохмотья какие-нибудь, у меня что-то начинает получаться, потому что подвижность есть. Собственно, так и живем. Не знаю, правда, это наша первая попытка, мы даже чуть более легкого, по словам всех игравших, привратника, то есть хранителя святилища, убили с пятого раза. А что у нас будет с этим мега-монстром, я не знаю. Ну да, разберемся. Офигеть. Арториас. Собственной персоной. Какая жуть. Недобро так он на нас смотрит, да? Он все так же думает, что борется с нечистью. Но он борется с ней, но сам уже стал одним из них. Давайте попробуем еще. Так, удар держим. Держим. И этот держим. Допустим. Но если мы держим удар, то все достаточно. Но он, я думаю, нас удивит сейчас еще. Так, ладно, это я зря сделал. Это просто моя ошибка была. Нормально так. Нормально. Понятно, он просто не даст нам подлечиться. Очень подвижный. Ага. А так можно жить, как видите. Так, мне нужно подлечиться, чтобы там он не говорил. Да, подлечились, офигеть. Ну так я, думаю, долго буду. Кстати, вот против него, я думаю, вполне неплохо у нас получится с тем мечом тяжелым. Надо было уворачиваться.
Сложный противник. Так, этот удар вообще, короче, не вариант. Я его первый раз, кстати говоря, делаю этим оружием. Я просто не знаю, что он этим ударом делает. Поэтому и поднапоролся. Первый. По чуть-чуть, помаленьку. Это что? Это, по-моему, плохо, да? Раз. Что это? Что это ему дает? Понял. Моя ошибка. Он сильнее стал намного. Тихо. Это что такое вообще? Моя ошибка. Офигеть. Это заколебал уже. Да это что такое? Замечательно. Надо как-то в отмах идти, а то он так меня просто разберет. Все. Понял. Странно как-то эта штука работает. Это я зря. Хотя не, нормально. Через блок пробивает. От этого надо уворачиваться, короче говоря. Да что ж ты бешеный-то какой, а? Блин, надо выискивать моменты, когда его можно бить. Это пока что главная проблема. О, опять я зверина принял. Или он лечится? А, нет, не лечится. Сейчас главное просто держать блок. Ну давай, ну. Вот сейчас можно было бить. Офигеть. Я ему даже третий пока не снес. Нет, третий снес. Вот зачем я это делаю вообще? Вот зачем? Да не бесись ты, ну. У меня один Эсус остался, вы уже понимаете, что я не выиграю, да? Я постараюсь, конечно, но это очень маловероятно. Короче, противник, по моим личным ощущениям, по-моему, все же послабее Стража Святилища. Но тоже, конечно, мама не горюй, стучит. Ему очень понравится, я думаю, мой двуручный меч молнии. О, как хочется подлечиться временами. Что это дает ему? Угу. Надо было бить. Сложный. Очень сложный.
По чуть-чуть, помаленечку. Да что же он делает такое? Ну, в этот момент лучше к нему не подходить, я думаю. Не достал. Вот теперь, когда жизни не осталось, у меня начало что-то получаться. Обидно. Ведь сейчас одна ошибка и все. По сути-то. Да что же это? Ладно, не важно. Хорошо. Я его с трудом вижу там, честно говоря. За этим огнем. Отлично. А как это сработало, так интересно? Сквозь блок. Так, ну, я думаю, это было просто, в принципе. Поначалу я налажал, просто разбирался с его тактикой. А так, по сути, это не сказать, что дико сложный босс. Пошли еще раз. Сейчас размотаем его нахрен. Офигеть. Ну ладно. Зря. Офигеть. Уф, ну и что, по итогам прошло довольно много времени, эти комментарии вы увидите, они предзаписанные, то есть, вернее записанные после уже того, как я победил Арториуса, потому что в какой-то момент я понял, что записывать голос смысла нет, потому что меня тупо убивают. Это, наверное, самый сложный босс из тех, которыми я дрался, я знаю, я говорю так про каждого босса, но я даже со Стрей-демоном, которого считаю самым сложным боссом, пока не поймешь, что с ним делать, конечно, убивал меньше времени, чем Арториуса. Но по сути босс сам по себе, скажу честно, он вообще примитивный. Здесь, как обычно в Dark Souls, идет просто тактика, шахматы. Нужно выкупить, что противник умеет. Главная проблема Арториуса в том, что он очень толстый. То есть в эту тушку нужно садить удары минут 10. Как видите, отнимаю я у него просто самым мощным оружием, самым мощным ударом. Смешное количество жизни. Он меня при этом зачастую может убить с одного удара.
Но по сути он очень предсказуем, и главное не ошибаться. Сколько раз я умирал, все время были просто глупые ошибки, потому что я не понимал, что он сделает в следующий раз. Но когда пройдет некоторое время, ты уже начинаешь понимать, что этот босс из себя представляет. И вот сейчас вот я думаю, если мне дадут еще раз с ним подраться, то я опять его без проблем вынесу. Потому что, по сути, я знаю уже все, на что он способен. Самое главное, чего стоит опасаться, это, ну, во-первых, конечно, этих безумных ударов, которые просто дико высушивают вам руки. А во-вторых, это то, что у него есть, как это назвать, азверин, что ли. Короче говоря, способность, которая усиливает его атаки. Он в эти моменты тужится, страшно орет. И понимаете, что после этого у вас определенные проблемы, потому что, по моим наблюдениям, после этого его удары становятся где-то на треть сильнее, наверное. При том, что они и так убиваются на удары практически всегда. Короче говоря, бойтесь вот этих дел. И еще у него есть прыжок с наскоком. Если попадете под первый удар, он, как правило, с первого удара не убивает таким прыжком. Но если попадете под первый, то считайте, что вы погибли, потому что после первого он делает сразу второй, просто не умеете, не успеете встать. Короче говоря, вот такой босс, на удивление, сложный. Не могу сказать, что он какой-то там дико тактичный, там, или как Арштейн и Смоук действительно там что-то способен противопоставить. С ним просто нужно приучиться, как со стрей-демоном, к его атакам. А так, в основном, ну, быстрый, конечно. Я вообще не представляю, как его бить тяжелым персонажем. Ну, понимаю, что это возможно, но это нужно быть именно тяжелым персонажем. То есть быть в броне Хевела, либо в броне Смога, соответственно, под нее прокачанным быть, чтобы в них достаточно быстро двигаться, и с соответствующим оружием. Тогда вы сможете очень легко выдержать его атаки. Но при этом как его бить, потому что он дико-дико сложный, как вы видите. Ой, сложный, говорю. Дико быстрый. Я, честно говоря, не представляю. Ну, не знаю, мне было легче убить быстрым билдом. И еще мне показалось важным, что нужно именно оружие с дальним радиусом атаки. Потому что он, как правило, пока вы будете замахиваться, уже успеет улепетать на другой конец этой арены. Уф, в общем, вот такие дела. В принципе, на этом все. Смотрите, остаток боя. Бой, скажу, был сложный, поэтому серия, в принципе, будет покороче, потому что все, я устал. Увидимся в следующий. Надеюсь, вам понравилось, потому что бой, блин, это был, ну, как обычно, вот чувство такое в Dark Souls, когда ты видишь босса, чувство глубокого морального удовлетворения. Потому что, ну, боссы на самом деле очень сильные. И ты понимаешь, что ты просто пересилил игру. Короче говоря, увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.